ДТП на проспекте Абулхаир-хана. Здесь не смогли разминуться два автомобиля Volkswagen Passat. Одна из машин вылетела из-за пределы дороги, врезалась в дерево. Оба автомобиля получили повреждения. Водитель одной из иномарок не стал скрывать своей вины и честно признался в нарушении правил дорожного движения. По его словам, перестраиваясь, он не заметил приближающиеся машины. Я ехал в среднем ряду, включил право, направо ушел. Остановиться. А машина справа шла, я ее не заметил просто и все. Моя вина, я не отрицаю.